не убилась. Флаги сегодня жалко не подняты. Сегодня 8 июня. Мы держим путь в Газпром-арену. Сегодня играет у нас Зенит ЦСКА, Кубок России по женскому футболу. Мы с Серегой держим туда путь. Первый раз буду на Зенит-арене. Постараюсь. На женском футболе. Да, и на женском футболе тоже первый раз буду. Так что вот так пойдем поддерживать наших зениточек. Зенит, чемпион. Там прямо фотосессия какая-то. А там снимает. Ты с моста проходишь, да? Прошли досмотр, нас обшмонали всех, и теперь поднимаемся на саму трибуну. А здоровая она, да? Болельщики с трубой, бля. Победителя, если даже ничья будет пенальти. Да? Да. Подожди, это она?
то, что наши как будто выбило, мне показалось. Ну, вон, видишь, наши стоят. Ближе к тем воротам, чтобы те не убежали. Смотри, прослоечка VIP, видишь, там такие отдельные секторки, это как бы, ну, не может там забить, на, грубо говоря, там, на какую-нибудь семью там или компанию. Туалет свой рядом, как бы, там, знаешь, столики. Забил. Может быть, в конце будем наблюдать серию пенальти, да? Сейчас решили прогуляться по арене.
говоря, знаешь, если ты так посмотрел, не смотрят, то будет. А ты смотри, я такой прошу. Я не увидел, я тебя потерял. На любом покажешь, скажешь, настоящий матч был. Там точно, наверное, никто не сидит ближе к ЦСКА. Мы теперь перешли к борению ЦСКА. У них скучно, там хоть наши барабанили весело. А здесь-то мы. А, вот откуда вот оттуда. Здесь мы уже випы, и здесь мы это, не школьники. Да. Давай прямо вот здесь сядем. Ну давай. Никого нет, так сядем, давай здесь. Ты чё, подвинешься? Сади здесь. Здесь каждые болельщики по сравнению с зенитовскими так, да? Понял, гол что ли? Вдоль там уже, ты же не успел тогда, ну, на игрок. А так бы да, если бы замкнул бы. Не опасно, было, правильно? Опасно бы. Так открылись все, почти все сюда убежали. Смотрите. Маленькая банда. Да? Там ты слышишь? Нет, слышно. Да, там папа, да? Мы слышим, этих, наверное, не слышали, да? Нет. Ну, там же не слышали. Ну, конечно. А даже мы не могли понять, где будет вам зон. Если бы у них микрофон хотя бы был. Было бы хотя бы человек 50, но слышно было. Ну, ответ. Ответ заходит. Кто убил? Fan ID. Ну, типа, вот Fan ID то, что это. Как карта болельщика. Ох ты, ё-моё, да кому ты отдавал? Не так сильно. Здесь такие же, как и мы. Давай здесь, давай. Сидели здесь, если вас. Ну давай быстрее думай. Высоко. Thank you.
ребят. На ход. Не, не стоит. Печаль печальская. 17 номер ЦСКА забили нам один гол. Угловой времени. Левый воротик идет, ворот. Все, будут время добавлять, нет? Четыре минуты добавили. Четыре минуты добавили. Наши проигрывают 1-0. ЦСКА тянет время. Смотрите, разделись вон вообще. Да? Серег. Неужели из Москвы приехали специально на такой матч? Ну, я думаю, да. Может, отдыхают? Денег хоть будет, наверное. Все, наши зениточки проиграли. 1-0. Выиграли ЦСКА. Обидно, печально, но ладно. Здесь не пройдем. Не пройдем здесь. А если спустимся вот так вот? Наверное, да. Давай. Все, вот это. Ну как тебе матч, Серег? Нормально. Но мне кажется, наши совсем девчата плохо. Медленные были, принимали пасы плохо. Скорости не те, да? Да, скорости не как в мужском футболе. Ни скорости, ни точности. Да, да, и пасы плохо приняли. И видел, и сколько раз промахнулся. Или удар поворотом, а там просто подкатик такой вместо удара. Таков женский футбол. ЦСКА был один момент, и они его реализовали. 100%.
Я отсюда, кстати, вид не видел. Вон парковки. Так, а выход к метро в другую сторону? Да. Куда? А где метро? Зенитная. Вон этот. Понятно. Стрела, значит, нам туда. Метро, я просто не знаю, где вот, здесь. Вот смотри, вон какой, это круглый, это фигня, это где-то, да, это как называется? Это как мы пешком шли. Ну так мы сейчас в ту сторону выйдем, спросить, там где-то рядом. Слушай, а здесь ветрено вот так футболочка стоит, да? Короче, мне понравилось, в принципе. Хорошие места были. Но футбол был не очень хороший по качеству. Да, девчата вот так. Медленные и слабо били. А так мне больше сама Зенит-арена понравилась. Ладно. Мы ее по кругу практически прошли. Да. Ладно. Всем добра.